Да, ребят, мотоцикл не мой. Вот так вот происходила настройка. Пожалуйста. Очень страшная история, если хотите. Блин, спасибо, братан. Он мне подарил iPhone, прикинь. Пацаны, девчонки, а также их родители, зацените, какой аппарат. H2. Я бы с удовольствием отвез свою мелкую на этом аппарате. Я уверен, что каждый второй из вас, кто школьник и даже не школьник, хотели бы, чтобы вас отвезли 1 сентября на каком-нибудь крутом спортбайке в школу. Сегодня я это сделал. Я отвез свою мелкую. Это уже другая история. Ой, извините, рукой зацепил. Так что всем приятного просмотра. Друзья, всем привет! 1 сентября, точнее 2 сентября в этом году вы идете все 2 сентября в школу. И я решил свою мелкую отвезти в школу вот на этой шикарной BMW S1000 RR. Я бы отвез ее и на Kawasaki H2, но там нет второго сиденья. Мы подготовили для вас сегодня очень много сюрпризов, поэтому смотрите внимательно. А еще я хочу порадоваться за нашего латвийского мотоблогера, пилота за X6R. У него последний видос набирает феноменальное количество лайков и просмотров, и я от души рад. А ты хоть бы спасибо мне сказал. Он там иногда говорит, что это его контент, мотобубни, все дела там. Я реально за тебя рад, дружище. В мотобуднях сказал, что вам жалко лайков. Поэтому вы сегодня поставьте максимально лайков. Вам это вообще ничего не стоит. А мне будет приятно с мелкой. Всем приятного просмотра, отличного настроения. Let's go! Вот и школка. Сейчас заедем в школу. Смотрите, пацаны уже тусят. Мы-то приехали немножко раньше, чтобы подготовиться. О, здорово, здорово, пацаны. Видос готовим для вас. Сейчас займем местечко получше, и будет контент. Да, ребят, мотоцикл не мой. Вот Олежка приехал просто, как всегда, помог. А то опять будете писать там, все-таки то S1000 RR взял. Ну. А, да, у меня... Ну, блин, зачем ты сказал? Ой, как я вспомню, когда я учился в школе. Знаете, если честно, я бы хотел в школку обратно. Интересно, как бы повернулась моя жизнь, если бы я снова стал школьником. И я бы все по-другому сделал. Смотрите, как красиво. Офигенно, да? Ну что, начинаем? Нифига себе он в школу приехал. С боссами. А ты директор, что ли, я не понял? Директор, походу. Грузовик, fucking shit, ну ты молодец, давай 5. Вот так вот происходила настройка всего этого дела. Олежка сидел, ждал. Ссылку на канал Аниси я оставлю в описании. Ты играй, играй там. Ссылку на инстаграм я оставлю в описании. Подписывайтесь, это мое будущее, моя замена в мотоблоге. Может, и она будет на спортах катать или на моциках.
Я, конечно, немножко боюсь, но пшти, не бойся. Покажи каков-то вот так вот. Вот это мой личный дизайн. Fuck you, грусть. Смотрите, красиво, да? Можно с надписью Moto Hunters, можно без надписи Moto Hunters. У нее в Инстаграме, она занимается продажей этими кофтами. А сегодня, так как праздник, я решил разыграть одну такую кофту среди вас и наклейки. Условия конкурса очень простые. Поставить лайк, хотя вы и так лайки ставите. Давайте так, напишите комментарий, хэштег бодрячком и что-нибудь интересненькое. Первое место будет вот эта кофта. Когда будет розыгрыш, я напишу в описании под этим видео. Ты давай, давай, играй. Второе, третье, четвертое, пятое наклеечки. Буду стараться почаще для вас разыгрывать худи. Где-то две в месяц. Да, грузовик, конечно, нас немножко подставил. Бывает. А сейчас мы переносимся в другую дименсию и исполняем мечту двух пацанов. Let's go. Ну, привет. Здорово. 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 Сюрприз? Да. Сюрприз? А ты думал, что сегодня поедешь на моцике? Нет. А ты не катался никогда? Один раз катался. На. Короче, вот так возьми. Так, шлем возьмешь и одевай. Офигеть, кто бы меня прокатил в таком возрасте на моцике? Да я даже мечтать об этом не мог. О, сейчас как раз закат, пофоткаемся там нормально. Я с ним так спокойненько. О, что вы здесь делаете, ребята? Что вы вытворяете на дороге? Да, ну сейчас кругаля дадим. Малой, давай, готовься. Закладываем. Хоп-хоп. О, классно, да? Офигенно, да? Он в другую сторону нагибается. Видите, как он нагибается? Я ему не сказал, чтобы со мной нагибался. Но мне пофиг, я его не чувствую вообще. Мелкую пушинку. Надо ему сказать, чтобы нагибался вместе со мной. Ох, какая красотища! Кстати, как вы сегодня в школе? Нормально? Здорово. А где призрачный гонщик Петров? Опять он потерялся где-то. О, а тут девочки. Девочки, можно с вами пофоткаться. Точно, надо с девчонками пофоткаться. Привет. Привет. Вы тут фоткаетесь, да? Да. А, ясно. Знаете, где круто фоткаться можно? Вот там еще есть островок такой. Ну, типа кармашек, да, вот здесь есть такой. Там тоже прикольно можно пофоткаться. Okay. Пожалуйста. А мы мелких катаем. Исполнение мечты. Опа. Ну чё? Ну как тебе? Нормально. Нормально? Да? Понравилось? Где? В повороте, да, так стрёмно было? Да. Когда мы вот так ехали, да? А ты в другую сторону наклонялся, тебе нужно со мной наклоняться. Нормально. Петров, а где ты был? У тебя майка сухая. Че за тосняк? Здорово. Типа романтику поймать решили? А мы мелких катаем. Весь, видишь, шорты и кипчик, все как надо. Папуас. О, смотрите. А мы можем тоже так сфоткаться? Я тут придумал, смотрите, флешмоб. Сейчас мы поставим моцик красиво. Так, это что-то не очень ты поставил. Тебе надо как мой поставить, вот так вот. Да, сейчас мы всех соберем здесь, зафоткаемся, очень красиво. Ой, бляха! Главное мне не упасть туда. Да, вот так, тебе надо вот так как-то вот так поставить. Да. Во, да, во. А у них жопа пусть будет. Мы все вас решили поздравить с 1 сентября. Поздравляем с 1... Спасибо. Да, бодрячком.
Да. Все, давай бодрячком. Пока, thank you very much, goodbye. Представляете, какие у него эмоции в его маленькой голове сейчас? Они просто переполняют. Вот это 1 сентября, вот это начало учебного года. Я думаю, что он запомнит это на всю жизнь. Они оба запомнят это на всю жизнь. Ну, я бы реально запомнил это на всю жизнь. А вы хотите узнать историю, как меня похитили в детстве? Реально похитили, без рофла. Очень страшная история. Если хотите, то ставьте лайк и пишите комментарии, что да, мы хотим Хантер. Ну а скоро мотосезон закончится. Вот мы скоро едем в Киев, но вы все это уже знаете. С 9 по 15 сентября мы сделаем там сходочку. Все будет тип-топ, ребятки. На каком круче мотоцикле? На BMW, да? BMW, да. Да. Ускорение типа или еще? Он говорит, что круче на BMW. Абас. Ну что, сентябрь удался? Да. Да? А, я вам наклейки еще привезу. Короче, вы разделите сами, да, эти наклейки? Сейчас я дам. Вот наклейки. Я заказал целую кучу наклеек. Make way. В Украину привезу. Вот тут разные. Короче, поделитесь, да? Да. Поровну. Там каждому будет. Вот так вот. Короче, это занимайтесь дальше спортом, да? Конечно. Не смотрите все как говно на Ютубе. Смотрите годный контент. Тебя. Ну, не меня, а просто годный контент смотрите. Все. Смотрите там... Ну, что интересует? Только не смотрите LED, там, постановы, всякое такое. Нет. Вот смотри, сейчас запишем, это поставим задним кадром. Ты мне, смотри, даришь iPhone, типа. Сейчас, это задним кадром. Вот так, ребят, постанова делается. Бери телефон, вот так вот. Да, и давай мне теперь. Блин, спасибо, братан. Он мне подарил iPhone, прикинь. Охренеть, это сын мэра, ребят. Я не знаю, знаете такие видосы, не знаете, но это реально... Знаешь, такие есть на Ютубе? Как можно такие смотреть? Здорово. Все нормально? Школа скоро, да? Готов? Да? Ну, молодец. Дайте ему наклейку тоже одну какую-нибудь. Давай. С факом там, да? Наверное, самая крутая. Да. Да? Ну что, погнали? Да, наверное. Да, все, давай. Бодрячком, бодрячком. Да, бодрячком. Блин, какой на стиле такой весь, нифига себе. Богатый, наверное. Сын мэра поехал. Так, а что там? О, нифига себе, у него брови. Опа. Братан, ну ты возьмешь, да? Я не могу, мне там. Да. Все, давайте. Ой. Так, кому-то плохо тут стало. А нам хорошо. Прокатили как надо, пацанов. Сегодня вы все будете в школе. То, что это видео... Здорово, здорово, братан. Надеюсь, мой видос посмотрел, лайк поставил. Все, друзья, отличного вам учебного года. Не подведите меня. Не забывайте смотреть меня. Пусть все ваши мечты исполнятся. Занимайтесь спортом, будьте бодрячком. Отличного вам настроения. Всем вашим родителям, мамам и папам здоровья, счастья. Все, до новых встреч. Всем спасибо, всем пока-пока. Пока. Ой, красавчик. Все, давайте. Такое хорошее настроение, вы просто не представляете. Я уверен, что я вас зарядил тоже отличным настроением. Сегодня день удался. Спасибо вам.